красивые очень. По красоте или по спорту вообще на этом лесу? По всему. О, да. Это лыжи, они смазывают ей лыжи. Сейчас, смотри. Вот они сейчас. Вот это наши. 178 сантиметров. Где 70 килограмм? Ну, сейчас переведу. Прямо в лицо Ани Сорокиной. Она настолько сфокусирована и сконцентрирована. Давай. Мне же открывающие. Они там ехать не собираются. Открывающие спортсменки уже и были же. А может, нет, да, мы видели спуск технического персонала, значит, пошли без закрывающих. Как уже было. Я думаю, что-то нет. Это технический персонал. Да, линки вон, а я вот странно то, что они спираны. Да, поэтому они должны приехать. Шапка, уберись. Бля, ну так реально, когда... Она на хедах ездит. На хедах ездит. Давай! Итак, вот решающий момент, наконец-то, наступает. На старте первая пара. Сначала Линдси и наша будет, потом Германия и Австрия. Анна Сорокина под номером 16. А, то есть 4 все заедут. Если вам холодно и вы сгораете от нетерпения, представьте, от какого нетерпения сейчас сгорают спортсменки, которые стоят на старте. Ну, давайте уже ставим. Они стоят и замерли без движения. Понимаешь, что сейчас... Вот, смотри, начинается. Итак, готовимся и смотрим. Молодец. Ну и кто победил? Линдси.